цветов причалил от или с Ленских столбов, или с какой-то прогулки на выходные. По осени он еще в Тикси ездит, бывает. Производство Чехословакия вроде бы. Есть еще брат-близнец Демьян Бедный. Таксисты ездят в населенный пункт вон на той стороне, за теми кустами, через фарватер, Нижний Бестях называется. Мишка Светлов. Он же класса люкс там, блядь, какая хуйня. Ресторан, смотри, там он шампанское открывает. Или он просто руками трясет.